Находятся и те, кто игнорирует близость линии фронта и коварство украинской армии, которая не прекращает минировать серую зону у Северского Донца. С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей 19-летнего жителя Славяносербска госпитализировали в Зимогорьевскую больницу. У больного было снижение слуха, проведено оперативное вмешательство, хирургическая обработка ран. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Ориентировочно больной пробудет в отделении около 10 дней. Ему нужно наблюдение лор-врача.